Кросс вокруг Орленка. Так ежедневно начинается утро у Анатолия Маркова. В любую погоду на протяжении вот уже более 40 лет он пробегает в среднем около 20 километров в день. В зимний период времени занимаемся лыжным спортом на базе лесной сказки. Вот там катаемся на лыжах, участвуем в соревнованиях и судим соревнования. Спорт вошел у меня в жизнь еще с 9 класса, когда я поступил в 11-ю школу города Губкина. И с тех пор я на протяжении уже, наверное, 45 лет занимаюсь спортом. Говоря об Анатолии Федоровиче, можно утверждать, что спорт – это его жизнь, его стихия. Казалось бы, нагрузок должно хватать на работе, ведь Марков преподает физкультуру в Губкинском технологическом техникуме. Однако километровые кроссы по утрам и вечерам прочно вошли в его жизнь. Выносливость и закалка выработались за годы тренировок, и сегодня, в свои 60 с лишним, он не чувствует нагрузки и дает фору на дистанциях молодым спортсменам. Силы берутся от желания заниматься. А что вам спорт дает? Спорт – здоровье. Собственным примером Анатолий Федорович прививает любовь к спорту и в целом к здоровому образу жизни молодому поколению. Многие его ученики уже заявили о себе победами на соревнованиях различных уровней. Наш герой с гордостью показывает их многочисленные награды. Это кубок за первое место в областной спартакиаде среди учащихся профтехобразования. Он был нам вручен после проведения спартакиады. В спартакиаду входило 8 видов спорта. Многие мои ученики до сих пор занимаются спортом, такие как Николай Михайлович Степанищев, живет в Старом Осколе, Уварова Светлана работает на Лебединском гойке, участники соревнований, международных они, республиканских, Уварова полиатлоном занималась, Степанищев занимался лыжным спортом, вот, и многие другие, Волков, там Александр у меня занимался лыжным спортом, уехал, он в Курск, поступил в институт, закончил институт, потом работал тренером в Обояне. Сейчас работает где-то в Москве. Почти у каждого жителя нашего города есть свои любимые места в Губкине. А у Анатолия Федоровича это целый микрорайон. Ведь на Журавликах он живет практически со времен его основания. Микрорайон хороший, нравится. Вот. Я помню, когда там на микрорайоне вообще не было ни одного дома. Было две посадки, которая шла одна на Журавлике, одна шла на пионерский лагерь. Вот. А потом город, поселок расстроился. Не поселок, а микрорайон. Наш герой силен духом и молод душой, а потому так близка ему особая атмосфера этого микрорайона, атмосфера бодрости и динамики.